Рабаси севгили достлар. В этом видео мы рассмотрим значение глагола алмак. Это один из первых глаголов, с которыми сталкиваются все, кто изучает турецкий язык. Давайте посмотрим, так ли все просто. Основное значение этого глагола брать, взять, но в разных ситуациях и при использовании этого глагола с другими словами значение глагола может меняться. Начнем с простого. Масадаки калеми ал вебана верш. Возьми ручку со стола и дай мне. Масадаки калеми ал. Возьми ручку со стола. Вебана вер. И дай мне. Еще пример. Ал щупараи истедин би харджа. Бери эти деньги и трать, как тебе хочется. Ал щупараи, бери эти деньги. Истедин гиби харджа. И трать, как тебе хочется. Также у этого слова есть значение забирать. Например, Анахтарлары одая брак сын Бенону да сонра аладжаем. Пусть он оставит ключи в комнате, я позже их заберу. Анахтарлары одая брак сын, пусть он оставит ключи в комнате. Бенону да сонра аладжаем. Я позже их заберу. Еще пример. Полислер биракшангелип гелип бабамы алдылар. Однажды вечером пришли из полиции и забрали моего отца. Полислер бир гелип. Однажды вечером пришли из полиции. Бабамы мы алдылар и забрали моего отца. Еще у этого глагола есть значение захватывать. Например, Биринджи Дунья Савашинда, Ингелиз Ве чанак Чанаккале Буазендан Гечерек, Истамбулу Алмак Истедилер. Во время Первой мировой войны англичане и французы, пройдя Дарданеллы, хотели захватить Стамбул. Беренджи Дюнья Савашинда во время Первой мировой войны, Ингелиз Ве англичане и французы, Чаннакале Буазындан Гечерек, пройдя Дарданеллы, и Стамбулу Алмак и Стедилер хотели захватить Стамбул. Еще глагол «алмак» со словом «борч» переводится как «занять денег». «Борч алмак» – «занимать деньги». «Ине борч алмак и чин сандым». «Я думал, ты звонишь, чтобы опять занять денег». «Ине борч алмак и чин радыны сандым». Если же мы хотим взять не денег, а что-то одолжить, позаимствовать, то мы используем глагол «алмак» со словом «эдюнч». Например, Окитабы сенден эдунчалмак алмак Я хотел бы одолжить у тебя ту книгу. Ну, то есть, если вы хотите что-то взять на время, и это не деньги, это какой-то предмет. Это может быть машина, мотоцикл, это может быть э, ручка, книга, то мы используем со словом юдюнч. Эдунчалмак, алмак одалживать или заимствовать. Окитабы, сенден, эдунчалмак алмак Следующее распространенное значение у глагола «алмак» – это «покупать». Мы его можем использовать как вместе с связкой со словом «сатын алмак» – «покупать», так и просто «алмак». Например, «маркеттен экмек сатын алдым» – «я купил в магазине хлеб». Или другой пример, мы используем просто глагол «алмак» без «сатын алмак», но он также будет переводиться как «покупать». «Хасан дюнькендине ени бир араба алды». Хасан вчера купил себе новую машину. Хасан дюнь кендине ени араба алды. Еще пример. Бурак Айшегюличин пахлы бир нишан юзю алмак истемьер. Бурак не хочет покупать Айшегюль дорогое обручальное кольцо. Бурак юзю алмак истемьер. Бурак не хочет покупать обручальное кольцо Айшегюличин для Айшегюль. Также этот глагол имеет значение получать. Например, Учил Боинджа, он дан бир хабер алмадым. Я три года не получал от него никаких известий. Учил Боинджа, он дан бир алмадым. Следующий пример. Дюн эскибер достум дан мектупалдым. Вчера я получил письмо от старого друга. Мектупалдым получил письмо. Дюн эскибер достум дан Мектупалдым. Еще пример со словом «ильтифат». Это комплимент, и получать комплименты у нас будет «ильтифат алмак». Предложение у нас. «Букрова ты дага сык так малым». ильтифат алдым». Я должен носить этот галстук чаще. Я получил много комплиментов сегодня. Букроватый да, сык так малым. Я должен носить этот галстук чаще. Бугюнь чок ильтифат алдым я получил много комплиментов сегодня также глагол алмак в связке со словом «эдюль», «эдюль алмак имеет значение получать это может быть получать награду получать приз получать э, премию например белбердулю алмак и чин чок и force арфетм чтобы получить такую награду нужно приложить немало усилий и чин. Для того чтобы получить такую награду, чок эфор сарфетмек клазом нужно приложить немало усилий. Эфор сарфетмек – это прилагать усилий. Еще пример со значением получать: я дан и нот Я получил хорошую оценку по химии. Нот алмак получать оценку. Ким дан и нот алдым. Я получил хорошую оценку по химии. Глагол алмак со словом душ принимает значение принять, принимать. Өндебер душ алмак истерум». Сначала я хочу принять душ. Өндебер душ алмак истерум». Со словом тоз глагол алмак имеет значение вытирать. Тоз алмак вытирать. Мобиляларны зын тозуну насыл алйорсунус. Как вы вытираете пыль с вашей мебели? «Мобилья зын тозуну насыл альерсунус». Со словом соук глагол алмак имеет значение простудиться. Например, Казак Буховая бирас гелир, Ама соук алмактан идир. Свитер будет немного теплым в такую погоду, но это лучше, чем простудиться. Казак буховая бирас гелир, ама соук алмактан идир. Со словом заман глагол алмак принимает значение занимать например öğrenme insanın düşündüğünden daha fazla zaman alır. изучение китайского языка занимает больше времени чем многие думают öğrenme, изучение китайского языка daha fazla zaman alır. занимает больше времени чем многие думают также глагол алмак имеет значение вмещать, например, Бувалис Эльбиселерин Хепсини Алмаз. Этот чемодан не вместит всю одежду. Или по-простому, в этот чемодан не поместится вся одежда. Бувалис Эльбиселерин Хепсини Алмаз. Также глагол алмак имеет значение переносить. Используется в направительном падеже, например, Бирас и ты, то Топланты Саат Беше Алалым. У нас возникли кое-какие дела. Давайте перенесем встречу на 5 часов. Бирас и Шимис ты, У нас возникли кое-какие дела. Топланты Саат Беше Алалым. Давайте перенесем встречу на 5 часов. Также можно переносить какой-то предмет из одного места в другое. Например, Околту Салондан Чуджук Одасна Алдык. Мы перенесли то кресло из гостиной в детскую. Околту, Салондан, Чодюкудосана, Алдык. Со словом карар, глагол алмак имеет значение принимать решение или решать. Например, карар алмакта, чок гечкалверсу, артык и обмак зорундасын. Ты долго тянешь с принятием решения, ты просто обязан сделать это. Карар алмакта с принятием решения. Чок Ты долго тянешь, опаздываешь. Артык буну япмак сын, Ты просто обязан сделать это. Есть еще у нас выражение гёзе алмак. Это значит э, учитывать или быть готовым на какое-то условие. Например, бир хедефин олду заман бир чок шеи кайбетмей гёзе сын. Бир хедефин олду Когда у вас есть цель, Birçok şeyi kaybetmeyi göze almalısın. Вы должны быть готовы пойти на многие жертвы. В значении суалмак этот глагол имеет значение тонуть или пропускать воду. Например, геми су алмая башлады. Корабль начал тонуть. То есть турки чаще скажут не геми батмая башлады, а скажут геми су алмая башлады. Корабль начал тонуть. Или, например, бусаат идеиль суал юр. Эти часы не годятся, они пропускают воду. Бусаат идеиль суал юр И еще у нас есть значение со словом хава, хава алмак. Это значит подышать. Например, бирас бунал дым, дышарычиквип хава алмак стерум. Мне немного душно, бирас бунал дым. Я хочу выйти на улицу и подышать воздухом. Дыша рычаг ип, хава алмак и стиорум. Как вы видите, у глагола алмак есть много значений. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на этот канал. До следующих встреч!